Всем привет! Сегодня 31 марта, вышел на рыбалочку, наконец-то на лодке. Погода сегодня замечательная, ветерок дует, но еле-еле, такой никакой практически ветер. Красота! С утра был мороз, где-то минус 3, минус 4, все было в инее, но я прям с самого утра не смог выйти, там, по техническим проблемам. И вот чуть позже вышел, уже инея нигде нету, с утра и туман был, и все, сейчас время где-то 10 часов уже. Сплавляюсь по реке километра 3. Ну вот уже прошел где-то чуть меньше километра на противоположную сторону. Здесь ветра чуть поменьше, вот по ней пойду туда вниз. Не знаю, что буду сегодня ловить. Есть спиннинг, есть черви на доночку. Посмотрим. Сегодня просто в удовольствие. Рыбалка для души. Собирался я вообще-то сегодня выйти с ночевкой. Даже на моторе думал пойти куда-нибудь далеко. Но на завтра, вот сегодня штиль, а на завтра такая погода прям противная. Сильнейший ветер будет, ураган. И потом переходить будут тучи с дождем. В общем, непонятная такая ситуация. Не рискнул я. Сегодня выйду, посмотрю, половлю. А там уже дальше будет видно, пройдет эта вся ерунда с сильным ветром и с дождем. Уже в апреле можно будет выходить и с ночевкой на моторе. Вот он, кто тут? Олег, привет. Судачка поймал? Да. А я тебя заснял. Компромат. Слушай, странно, что он здесь стоит, да? Здравствуйте. Это Илья, ты помнишь, зимой же мы с ним пошли? Вот, вот. А я тут сегодня тоже на рыбалку вышел. Здорово, Олег. Привет. Вот это к встрече, да? Да. О, хороший. Сейчас поставлю даггер. Осенью на него хорошо клевало. На офсете. Чебурашка 28 грамм. Посмотрим. Вон он там. Что поймал? Судака или щуку, не пойму. Что-то поймал. Есть, что-то попалось. Есть, наконец-то. Наконец-то. А, щучка мелкая. Мелкая щучка попалась. Первая. Первая щучка на джиг в этом году. Наконец-то. Поменял приманку.
черенок маленький. 6. Попробовал половить с берега на воблер. А, это жерех. Сейчас на лодке вышел на берег. Жерех попался. Вот он. Вот он, красавец. А, небольшой жерешок. Я там кидал на джиг. А тут вот он, жерешок. Не помню, сколько жерех должен быть сантиметров. Этот небольшой, 37 сантиметров. Сейчас еще попробую половить. Вот это прикол. Последний заброс в птичке. Вот что-то хорошее взяло на воблер. Что это? Опять жерех. Ё-моё, я жереха нашел, судака ловил. Вот он. Есть! Покрупнее уже. Вот это уже жерех, покрупнее. Да. Да. Короче, я научился жереха ловить весной с берега. Вот кто бы мог подумать, что здесь стоит жерех. Ну, ё-моё. Я там мучился этим судаком, не мог его поймать. О, красота. Короче, пытался я ловить судака. Попадала щука. Щука мелкая, отпускал. 3 штуки я поймал. Ну, одна там до килограмм, я ее все равно отпустил что-то. Уже с берега даже не снимал. И 2 с лодки поймал. Еще один удар был, и все. Вот ни одной лодки нету. Все разошлись. С утра клевал судак и щука на джиг. Я кидал. У меня еще проблема была. Я выходил на берег, отдыхал, а потом поскользнулся. С веслом шел и, в общем, весло сломал. Вот такое крепление у весла посередке. Вот оно сломалось. 8 лет это веслу. Я знал, что оно когда-нибудь сломается. И сегодня это случилось. Я вот химичил. В общем, туда веточку выточил, поставил. Сейчас можно грести. Время кучу потерял. Клев перестал клевать. Все разошлись. Я потом на их место встал. Вообще тишина. Ни одной поклевки не было. Вышел на берег, решил воблер покидать. Еще и 2 жерехов уже поймал. Ну, он, конечно, нездоровый, но это сегодня круто. Хоть что-то половить. Вот они. На кукане сидят оба. Блин, воблер оторвался. Что-то где-то перехлестнулось. Он оторвался. Сейчас я буду его попробую встретить. Да, конечно, у него спинка черная. Блин, такой воблер. Только начал ловить. Был еще до этого сход. Тот ударил жерех, видать. Не пойму, насколько он. Вот он, по-моему. О, мой родной. Да. Фу. Хорошо, что он плавающий. Так быстро его снесло. Фу.
Обалдеть. Вот это да, вот это сегодня рыбалка, блин. Что только не происходит. Попробую. Сейчас на равномерочку просто попробую. Раньше всегда на равномерочку он клевал, в принципе. Тишина. Сейчас с остановками попробую. А вот с остановками он и взял. Все-таки да. Все-таки надо немножко твичить. Фрикцион немножко зажат. Да, опять жерех. Жерех, жерех, это жерех. Ну, он здесь, конечно, нездоровый, но, блин, весной прикольно таких ловить. Может, как первый, может, чуть побольше. О, жерешок. Есть. С остановками берет все-таки. Ну, еще можно наискосок чуть выше забросить. Все. Чуть надо выше перейти. Вот перешел, второй заброс. Чуть еще дальше перешел. Опять жерех. Да, 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 да. Жерешок. Жерешочек. Вот тут такой прям мысок небольшой с камышами. Щучка маленькая ушла. Здесь, по-моему, поглубже даже, кажется. Вон последний заброс на этой точке. Надо дальше идти. Крупника здесь нету. Крупного жереха нету. Есть! О! Говорю, крупного нету. Что-то... Ух ты! Вот это уже хороший. Это жерех, да-да-да, хороший. Последний заброс, говорю. Ё-моё! Камыши, камыши, камыши. Вот он. Говорю, крупника нету. Йо. Вот это уже двушечка, наверное, есть. Я так думаю. Вот это я понимаю, жерешочек. Красота просто. Вот это да. Вот это да. Вон Олег приехал опять. На вечернего судака, наверное. Я тоже думал. Вечером на судачка. Но сейчас что-то... Ну его нафиг. Этого судачка я лучше жереха половлю. Опа.
Вот он, еще один. Еще один хороший вроде. Хороший, хороший, хороший. Давай, 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 дружок. Есть. Красавчик. Я в другую сторону от лодки пошел. Вот он. Еще один. Опа! Красота! Вот хороший заброс сейчас. Жерех будет точно. Есть! Я же сказал, хороший заброс. И опять хороший. А, хороший. Хороший, хороший. Вот это прям пушка. Пушка, пушка. Это пушка. Да, 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 да. О, какой хороший. О, здоровяк. Вот это да. Сейчас этого отпущу помельче. Что-то я их поначалу брал, а теперь не надо. Вот такие есть. Что, пошел? Пошел, 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 пошел. Только не туда пошел. Иди в воду. Иди в реку. О, о, побежал. Красава. Сейчас отдыхал, заряжал камеры пока, перекусил немного. Солнце уже садится, сейчас хочу еще половить. И ребята пришли, тоже на джик опять ловят. Но что-то не очень. Так, щучку поймали пару и все. Судака вроде нет пока. Ходят, ищут. А я буду продолжать сейчас жерех ловить. Надеюсь, он еще будет клевать. Осталось нам где-то час светлого времени, может полтора. Они уже все собрались. Не клюет. Ветерок сильнее поднялся. Ну, я говорю, завтра вообще. Вон там, кстати. А вот с юга тянет. Юго-востока. Циклон, по-моему. Туч темная идет. Фронт прям. Ну вот здесь я жерехов уже поймал. Сейчас еще раз здесь попробую половить. Да, что-то я погорячился. Сказал, что час остался. А солнце уже так низко. Я минут 15 кидаю. Вот еще бы минут 15 и хватит, наверное. Главное, были поклевки, удары. А что-то пока никто не засекается. Какой-то всплеск был здесь. Попробовать.
Есть, есть. Говорю, всплеск был. О! Да-да-да. Ну нет, поменьше, чем. Да нет, тоже хороший. Но не самый крупный, по-моему. Вечерний. Блестит на солнце. Красавец. Прям за самый краешек. А был всплеск до этого. Я прям кинул. И тут же на забросе. Это, по-моему, первый раз сегодня, чтобы на забросе. На первом же, на новом месте. Клюнул. Все, солнце уже садится. Так быстро только жереха поймал. Солнце уже за деревьями. Еще одного поймаю, нет? Одного и хватит. Когда клюет, не можешь остановиться. Надо идти, знаю. Уже холодно стало. Еще грязи сколько. А все равно все ждешь. Еще эту поклевку. Конечно, приятно. Жерех клюет. Это вообще мощная рыба. Течение здесь. Есть. Вот он, последний жерех. Наконец-то. Есть, 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 есть. А моторка пошла. Есть. Вроде хороший. А, давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Хороший, хороший, хороший. Все, это последнее на сегодня. Вот он. Вот он такой. Красавец. Ну, этот прям хорошо. И крючок проглотил. Все, это последний жерех на сегодня. Надо собираться, взвешиваться, уже темнеет. Вот такой, под конец. Красота. Вот этих двух жерешков отпускаю, это одни из первых. Они нормальные, живые. Ну, я крупных наловил, пойдет. Можно отпустить. Сейчас муть от волн. Ну, они вот, живые. Че, пошел? Давай, 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 иди. Он какой бодрый. Ну, этот тоже. Давайте, друзья, счастливо. Ну что, сейчас взвесим рыбку. Не знаю, как видно, не видно. Не знаю. Короче, сейчас взвешу. Ух! 10 ровно. Ну, 10-200. 10 килограмм, 200 грамм. По отдельности не буду ничего. А, ну еще кукан как раз 10 килограмм. Вот такие жереха. Ну вот они. Вот такие красавцы. О. По отдельности не буду взвешивать, потому что все, надо пилить, темнеет. Вот и все. Вот такая получилась рыбалка. Не знал, что я буду сегодня ловить. Увидел знакомого Олега. Они ловили судака и щуку. Пробовал ловить, у меня нифига не получалось. То не так стал, щука мелкая. То вышел на берег отдохнуть, весло сломал. Потом чинил его, стругал ветку. В общем, все не так сегодня. И с утра все не заладилось, в общем. Думал, ничего не поймаю. Вышел на берег, думал вообще на фидер. Ну, на донку половлю, на фидерное удилище. На червя. Сначала взял воблер, думаю, окунька попробую. Первого жереха поймал, маленького, и начал на жереха, ну, больше внимания уделять.
И отлично половил. Вот кого-кого не ожидал. Первый раз ловлю жереха весной, ни разу не ловил. И что еще хорошо, жереха можно поймать 10 килограмм. Очень хочется остаться с ночевкой, прям мечтаю. Но погода, вот если видно, там сзади сейчас все темное, фронт такой тянет. Здесь вот светлое небо, а там темное. И сильный ветер, и дождь, в общем, неохота. В общем, вывод такой. Не надо никогда отчаиваться, надо все пробовать. Этот воблер, сейчас покажу его, который 3 года он у меня лежит. Куча воблеров в коробке. На этот воблер ни разу ничего не ловил, как-то не получалось. А вот сегодня он выстрелил и просто удачно. Вот он, вот такой воблерок. Это Strike Pro. К сожалению, там не написано на нем, что за воблер. Я уже не помню, по-моему, какой-то крэнк. Не написано. Strike Pro часто вот они не пишут. Ну вот такая у него лопатка. Я думаю, видно. Прям под малька цвет такой серебряный. Брюшко чуть оранжевое. Ну сейчас плохо вот видно, уже темнеет. И спинка черная. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, было интересно. Мне очень понравился. Я сегодня накидался. Сегодня на джиг. Ой, столько пробовал ловить, нифига. Сейчас, кстати, ребята вечером ловили. Одного судака поймали. 2 лодки было, 4 человека. То есть вообще, вот они уже ушли, мне тоже надо идти. Вот как утром хорошо клювал, обед тишина, и вот вечер тишина. Ну зато я отлично половил, я считаю, рыбалка удалась. Всем пока, я погреб. Блин, еще против течения идти, 3 километра, ё-моё. Да, вот это я припозднился. Ну хорошо, еще более-менее все видать. А ветра, кстати, к вечеру меньше стало. Вот сейчас вообще практически штиль.